привет! Я сейчас нахожусь в Таиланде, в городе Бангкок, около большого торгового центра Siam Paragon. И хочу туда зайти, чтобы поискать кого? Монстряшек! Ну и, конечно же, посмотреть, какой еще ассортимент в детском магазинчике. И вам, как всегда, все покажу и расскажу. Я зашла в торговый центр, здесь на входе очень концептуальная композиция. Это красные лошади, много-много красных лошадей и вот такие вот стены из воды. Мы пытаемся найти детский магазин, пока что мы нашли только няшный отдел со всякими товарами, типа ко дню Святого Валентина, вот какие-то милые куколки. Смешной заяц, смотрите. Привет, у меня нету носа и рта, и у меня тоже. Точность. Мы не врем нашим зрителям. Да все, что за истерика? Встали и пиу-пиу-пиу. Покупаем этого маленького зайчика пищалку. На работе поставлю, буду пищать. Всем на нервы действует. Киса, киса, киса. Привет. Мишки, обнимашки. Вот еще какие классные лягухи. А вон Русик стоит в очереди. Пойдемте смотреть дальше. Единороги, обезьянки, плюшевые мишки. Плюшевые мишки, как прям такой коричневый, как были в советские времена мордашки у медведей смешные. О, сердечный торт. Большой сердечный торт, и там надпись Happy Valentine's Day. Цветочки. Сердечко. Классных таких ботинках модных. О, это распространенная тема, продается часто у нас в московских интернет-магазинах. Зайчики и мордочки из Лайна. Это такое приложение в айфоне. Наташа, с наступающим тебя 14 февраля. Ой, привет, спасибо. Это мой Мишка теперь, он беленький. Где любовь? Любовь. Такие классные штучки. Круто, у нас с Русиком есть такая рамка из Америки. Работа Ромеро Бритто нам уже знакома. Впервые мы узнали о нем в Берлине, где на улице увидели скульптуру большого и яркого мишки. Позднее в Майами мы приобрели вот эту фоторамку в магазине, который является его главной галереей. Ведь именно в Майами Ромеро живет и работает. Ромеро Бритто – художник и скульптор из Бразилии. Стиль его работ называется нео-поп-арт. Ромеро завоевал популярность по всему миру. Как видите, даже в Азии о нем знают. Фея! Здесь сердечко загорается. Ну, прикольно, это как типа загружается. Например. Смотри, есть звоночек, когда нужно поцеловать. Сидишь такой? Мне кажется, пора целоваться. Залипло так залипло. Хочется все вам показать. Радужные подушки. Посмотрите на этого малыша, кто это? Он такой смешной. У него растут розы в голове. И воды много всяких. Это, видимо, человек-розочка, человек-вазочка. Такие смешные чубрики. Так зарылась, что даже уже Русик потерял, где он. О, Мишка в галстуке такой. Здравствуйте. Как бы, привет. О, смотрите, плюшевый злой пес. Еще один плюшевый злой пес в клеточке. И Мишки. Просто мега мимими, столько мимими, да, собачка это типа такой злой пёс. 150 рублей стоит эта собачка в клетке. Надо заяц смешной с квадратной головой, прямоугольный вернее. Ну, здесь тоже смешные. И вот еще... Мы уезжаем от того классного магазинчика. Мне нравится, что в Таиланде заморачиваются по всяким няшным штучкам. Там брелочкам, обложечкам, игрушкам. Очень большой выбор всяких классных штуковин. Молодежь вообще тащится от таких тем. Они все это прям покупают, любят. Надеюсь, вам понравится видео из магазина. И мы спросили у дядечки внизу, показали ему фотографию Monster High, и он нас отправил на третий этаж. Сказал, что в каком-то магазине мы их там найдем. И вот мы туда отправились. Мы пришли в детский магазин, ура! И я уже вижу Monster High. Вот стенд
первый стенд, который я увидела с Monster High. И давайте теперь внимательно посмотрим, что здесь продают и сколько это стоит. Первое, что мне попалось на глаза, это одежда для куклы Monster High. Я так понимаю, что это одежда для «Собери монстра». И стоит такой комплект 980 рублей. Достаточно дорого, хочу сказать. Здесь есть платьишки, туфли и какие-то еще причиндалы. Платье можно разрисовывать, туфельки разрисовывать, платье меняет цвет, когда его окунаешь в воду. В общем, такой набор для творчества. Также здесь есть Клео Данил с игровым набором. И стоит он 2475 рублей. Почему я называю в рублях? Потому что курс бата примерно равен рублю. То есть 1 бат — это там рубль и немножечко копеек. Поэтому можно смотреть на эти цены и ориентироваться на них как на русские. Кроватка Эбби 1600. Скорейская Эбби в маленькой упаковке стоит 1050 рублей. По сравнению с Америкой это, конечно, дороговато. Там куклы в маленьких упаковках стоили около 10-15 долларов, то есть около 400 рублей. А здесь, можно сказать, в два раза дороже. Очень странно, конечно, что здесь цены дороже, потому что мы все-таки в Азии, и здесь их недалеко производят, можно сказать. Но все-таки монстры дешевле в той стране, где находится сам Mattel, то есть в Америке. Монстряшек здесь не очень большой выбор. Пойду погуляю по магазину, может быть, найду что-нибудь еще интересненькое. Барби, волосы, которые можно разукрашивать. Ну, такая Барби была еще даже в моем детстве. И очень-очень это, я помню, нравилось. У тех, у кого была Барби с волосами, которые можно разукрашивать, это прям было просто богатство. Давайте дальше посмотрим. Ну, здесь очень большой стенд с Барби. Барби здесь, конечно, огромный выбор. Всякие тут кусалочки. Барби с маской, моя любимая, я ее в Москве тоже видела. К сожалению, куда-то пропало видео о куколке Одри Хепберн из «Римских каникул», где я показываю ее вблизи. Данная кукла относится к портретным куклам Барби, причем портретных версий Одри уже несколько штук. Я очень люблю фильм «Римские каникулы». Именно в этом простом и лаконичном наряде героиня фильма провела свой день в Риме. Также бесследно исчез момент видео, где я показываю красотку куклу Коуч Барби Долл. Эта куколка вышла в 2013 году и полностью одета в одежду и аксессуары знаменитой фирмы Коуч. Кукла упакована в очень красивую коробку. Фрагмент видео об этой коробочке, к счастью, уцелел. Коробка очень классно сделана, она красивая и напоминает коробку какой-то брендовой обуви, и это как будто вот крыжики этой коробки. Классная. Она вообще кукла красивая. А вот эта коллекция называется Dolls of the World, то есть куклы мира. Каждая кукла — это девушка из какой-то страны. И это, я не понимаю, Индия. Интересно, здесь написано? Нет, это Марокко. Перепутала вот эта девушка из Марокко в национальном наряде. А вот эта красивая очень, которая мне понравилась, она из Канады. Англичанка тоже так симпатична. Все равно из Канады самая красивая — это англичанка. Ее я сразу знаю, что здесь флаг. Это Белла из «Сумерек». Белла здесь в черных штанах и кожаной куртке. Такая рокерша. Ну вот ее как раз, вот этот образ кожаной куртки здесь изображен. И стоит Белла 2150. Еще здесь Барби, которые многим нравятся, но я не особенный их фанат. Это такие прям классические Барби, вот с необычным таким выражением лица. И они стоят дорого, они стоят около 5-6 тысяч. И в Москве они там и 10, и 20 могут стоить. Эта коллекция кукол называется Barbie Fashion Model Collection, или иначе Silkstone Barbie. Главной идеей коллекции является возвращение к старому Голливуду. Эти куклы настоящие модницы, а их необычный внешний вид – это дань уважения ретро-образам кукол Барби прошлых лет. Название кукол Silkstone связано с материалом, из которого сделано тело куклы. Материал переводится как «шелковый камень». Он разработан компанией Mattel и очень редко используется для других коллекций. Смотрите, что я нашла. Здесь есть куклы Пулип. Я точно не знаю, как правильно произносить Пулип или Пулип, но, в общем, вот они. Я, походу, ошиблась, они называются не Пулип, но это что-то очень похожее на этих кукол. Как оказалось, эти куклы называются Блайз. Они являются коллекционными и известны по всему миру. Кукол мальчиков не существует, поэтому мир Блайз исключительно девчачий. У куклы очень большая голова, непропорциональна ее телу. Она как бы приплюснута с лицевой и затылочной части. Сначала я перепутала этих кукол с Пулип, но если сравнивать их, то можно заметить, что голова Блайз намного крупнее, чем у Пулип. У кукол Блайз большие глаза, внутри их головы помещается специальный механизм, который
позволяет менять цвет глаз и даже направление взгляда. Механизм управляется веревочкой с колечком на затылке куклы. В отличие от Monster High и Pulip, кукла Блайс не шарнирная. У нее вращается голова и талия, руки и ноги поворачиваются вверх-вниз, но не разводятся в стороны. Руки куклы не сгибаются, а ноги сгибаются в коленях щелчками. Некоторые из куклок Блайс мне понравились. У них модные аутфиты и чудесная проработка деталей. Но что-то меня в этих куколках отталкивает и даже немного пугает. Скорее всего, это их живые глаза. Вот такая куколка в морском стиле стоит 8995, то есть 9000 рублей. Вот это рожка. Она очень дорогая хорошка. 15900 стоит, потому что, наверное, у нее тут одежка какая-то есть. Обратите внимание, что для этих куколок есть маленькие тапочки, они вот так продаются и тоже стоят здесь на витрине. И эти крохотные тапочки стоят 500 рублей. За такую цену на местном тайском рынке можно купить себе 4 или 5 пар тапок. А это одни такие куколки. Не хотите ли приобрести такой чехол на iPhone? Очень такой компактный. Положил в сумку, сразу найдешь зато. ММ Демсинковый стоит 4000 рублей. My God. Дорого здесь очень даже. Положу, а то вдруг что уроню, сломаю, мне стоит 4000. Для этих кукол продаются парики. Мне даже страшно рассмотреть цену, судя по предыдущим ценам, здесь должно быть доступно. Ну хотя нет, ну как нет. 1000 рублей парик для куклы. И вот там заныкан интересный парик, здесь какая-то грязь, а вот... Вот такой парик можно надеть куколку. Люминесцентно-розовый. А вот эти красивые малышки стоят почти все по 9000 рублей. Особенно мне нравится зайка. У нее еще красивые голубые глаза, так она... Очень хорошенькая. А вот у этих девочек красивый такой румянец, и вот у этой есть веснушки. Красиво проработаны губы, кстати. А это чуть-чуть полуоткрыто, вроде. Здесь, смотри, школьница сидит. Блондинка. С двумя хвостиками. Тортик для этих куколок. 19 лет с Чип и Дейлом. Столько у них аксессуаров. Очень классно сделанных, мелкие детали. И поэтому они, конечно, и дорого стоят. Вилочки, ложечки. Тортики. Всякие сладости. Посмотрите на эти чехлы. Эти еще как бы нормальные, а вот этот с головой Барби. И мне кажется, это весьма экстравагантно. Там еще есть кейс с My Little Pony. 7000 стоит. Этот 5000. Ну, это, я думаю, тоже в таком же примерно диапазоне. Обалдеть, сколько всяких штук. Классных, смешных. Вот тоже. Клатч в форме кролика. Или как бы клатч в форме капкейка. Какой вам нравится больше? Или так прийти на вечеринку, а у тебя клатч в форме дельфина. Здравствуйте. Да, у меня немного необычный клатч. Просто 6 лет покупаю. Здесь столько всего классного, можно прям бесконечно ходить, удивляться, разглядывать, конечно, только в дворы, а поэтому не факт, что здесь мы что-то купим, зато точно получим удовольствие от того, что мы все это посмотрим, пощупаем. Пойдемте еще что-нибудь. Вот нашла смешного малыша, такая их версия нашего Чебурашки. Какой-то такой тюбрик с ушками, той френд. Стоит снова дорого, 6500. Вот здесь еще есть стенд с куколками Ладида, который тоже многим вам нравится. Есть большой выбор этих куколок, они здесь стоят 1295 одна куколка. Магазинчик уже закрывается, поэтому быстренько сейчас покажу куколок Лала Лукси. Вот они здесь. Одна куколка стоит, вот если стандартная такая, 1495 рублей. Вон она что-то там раскрывает. О, смотрите, у нее хвостики крутятся. И ручки, и ножки двигаются. Классно. 3995.